Добрый день. Еще одна небольшая зарисовка в теме о личном развитии. Риск-менеджмент. Риск-менеджмент кто-то явно вычеркнул из дел рода человеческого. Людей, которые осознанно занимаются риск-менеджментом, по-моему, вообще не осталось. Ну, почти не осталось. В общем исчислении имею в виду. Что такое риск-менеджмент? Риск-менеджмент – это управление риском. Я о нем уже рассказывал на канале многократно. Мы идентифицируем риски, оцениваем вероятность их возникновения и последствий. Сегодня мы поговорим как раз об этом. Да, мы снова с вами берем лист бумаги, рисуем табличку. Пишем первая колонка – название риска, вторая колонка – описание риска, третья колонка – вероятность возникновения риска, четвертая колонка – последствия риска. Пятая колонка – способы предотвращения возникновения риска. Шестая колонка – способы купирования и исправления последствий возникновения риска. Название и описание можно совместить в одной колонке. Соответственно, тогда они станут плотнее. В нашей жизни постоянно есть вероятность некоторых событий. Есть вероятность, что вам оставит наследство неизвестный вам пра-пра-пра какой-нибудь потомок, ну, дедушка, там, дядя, который 20 тысяч лет назад эмигрировал из России. Положительная вероятность, что вы выиграете лотерею $1 миллион. Положительная вероятность. Есть вероятность, что у вас заболит нога, и вы месяц не сможете работать. Отрицательная вероятность. С точки зрения вашей жизни. На самом деле, любое событие, оно не бывает положительным и отрицательным. Оно, скажем так, мы придаем ему такую оценку, положительную или отрицательную. У события есть вероятность. Вероятность, что вы выйдете на улицу и встретите эльфийку в бронелифчике, на самом деле существует. Просто она ничтожна. Да, она там одна триллионная. Да, то есть один шанс на миллион триллионов. Или динозавров встретить. Или князя демона. Все может быть. Вероятность, что вы выйдете на улицу и встретите человека, ну, почти 100%. Да, если вы, конечно, не живете посреди пустыни Сахара. Если вы живете в каком-то более-менее городской агломерации, то, скорее всего, выйдя на улицу, вы встретите человека. Но вероятность, что вы выйдете на улицу и встретите конкретного человека, уже сильно ниже. Вот. Вероятность, что если вы женаты и живете своей женой, то проснувшись, вы встретитесь, первый человек, это будет ваша жена, большой. Если вы в командировке, маленький. Такого. О вероятностях с негативной оценкой. У нас есть два варианта управления собственной жизнью. Это проактивный и реактивный. Реактивный – это когда мы реагируем на возникающие события. Проактивный – это когда мы все-таки пытаемся ими управлять. Я слышу голоса, что небо предполагает и все такое. Да, несомненно. Дело в том, что наша зона контроля, она не столь велика. Нет, если мы, конечно, правитель крупного государства, то наша зона контроля сильно больше. Чем выше мы в социальной иерархии, тем больше наша зона контроля. Например, фактом своей смертности не управляет даже правитель государства. Нет, не управляет. Он тоже умрет. И я умру. И вы, кто смотрите это видео, тоже умрете. Вероятность этого 100%. Ну, вернее, как говорят, 99,99,99. Потому что есть, наверное, 1 триллионная вероятность, что вы станете богами. Или говорящими цветами. И не умрете. Все может быть. Важно, что задумываться о самых критических вероятностях, на мой взгляд, это, ну, довольно неэффективное применение и так ограниченного ресурса времени. Надо бы задуматься о частых вероятностях. И очень многие человеческие существа о них не задумываются. Не прорабатывают свои риски. Да? Когда мы занимаемся проектным управлением, риски мы стараемся проработать. Что мы будем делать, если уволится ключевой разработчик? Что мы будем делать, если уйдет архитектор? Что мы будем делать, если менеджера проекта собьет автобус?
Ну, хотя бы как-то примерно так. Что мы будем делать в этом, в этом, в этом? Да, то есть это идентификация. Чем больше мы идентифицировали рисков, определили их вероятность, мы можем сказать, что риски, которые мы определяем как малореализуемые, мы вообще не рассматриваем. Но если мы не проработали риск, что мы будем делать, если трое из 20 членов команды, ключевые трое, там не смогут работать, то значит у нас на самом деле очень большие проблемы. Потому что, как известно, люди, что характерно, не только смертны, но они еще и внезапно смертны. И об этом надо думать. Угу. Но если мы хоть как-то это делаем на работе, то дома не хотим. А ведь у нас тоже есть риски. Риски, что бросит муж или жена. Риски, что зальют. Риски, что заболеем. Риски. Вокруг их довольно-таки много. Но у людей, которые не идентифицируют, соответственно, не занимаются управлением рисками, все происходит неожиданно. Все. Все вообще. Но если вы все-таки занимаетесь этой ситуации, да, если у вас есть вот эта табличка, которую вы актуализируете как минимум раз в 3 месяца. Кто забыл, возвращаемся к началу видео, я там все это проговорил. То при возникновении риска вы примерно хотя бы представляете, что делать. Потому что когда возникает риск, особо обдумывать, да, ну, точнее не то, что возникает, когда он уже исполняется, времени на особое обдумывание уже нет. В подавляющем большинстве случаев надо действовать. Так вот, я предлагаю вам составить такую таблицу, идентифицировать свои риски, описать их, оценить, какие могут быть последствия для жизни вас и, возможно, ваших близких, если эти риски наступят. Вдруг есть люди, которые, допустим, от вас зависимы. Да? Престарелые родители, еще кто-то. Вот. В конце концов, кошка, собака, хомячок. Вот. Что будет, если я попаду в больницу? Подумайте. Так вот, идентифицировать, описать, оценить последствия, оценить, собственно, вероятность возникновения, способы предотвращения возникновения, способы купирования. Вы мне скажете, ну это же очевидно, правда? Как минимум для того, чтобы оценить вероятность попадания вас в больницу, вам надо иметь понятие о своем здоровье. Очень многие люди его не имеют. Это раз. Два. Способы предотвращения. Тот самый здоровый образ жизни. Не пытайтесь лезть в пики. Там, где вероятность менее 1% и вероятность более 99%. Ни тем, ни тем управлять, если вы не являетесь президентом России там, или правителем Галактической империи или йогом в виде вроде Садгуру. Не получится. Вы научитесь управлять тем, что выше пиков и ниже пиков, тем, что в середине. Я в таких случаях обычно говорю, простой человек, да, должен научиться управлять рисками, вероятность возникновения которых более 10% и менее 90%. Все, что выше-ниже, это уже не к непростым людям. Хотя бы этим научитесь, это, грубо говоря, 80% вашей жизни. Да? Это только мы проговорили с вами про описание риска и про его вероятность. Дальше. Предотвращение. Ну, да, мы про это тоже проговорили. Соответственно, здоровый образ жизни. Своевременное обращение к врачам. А вы знаете, к каким врачам обращаться? Или вы предполагаете все это заново идти с нуля? Может быть, надо немного ознакомиться с медициной, чтобы понимать, к какому доктору в каком случае надо обратиться. Может быть, так? Способы купирования. Окей, у вас печеночная колика, скорая приехала, вас везут в больницу. Что дальше будет? И вы судорожно пытаетесь, подыхая, что-то кому-то написать, с кем-то договориться. У вас нет проработанного сценария развития событий. И не просто сценария, а актуального сценария. Угу. Все вроде такое простое, сказал. Между тем, это надо применять и в жизни, и на работе. Хуже от этого еще никому не было. Только лучше. Потому что если рисков не существует, тогда простите, кто в больницах находится? Кто попадает в аварии?
кто вообще попадает в проблемы? Вот эта история, черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. Простите, черная полоса – это время исполнения рисков. И от того, насколько она будет сильно черная, во-первых, насколько она большая, во-вторых, насколько она сильно черная, то, может быть, она будет просто серая. Если когда у вас была белая полоса, вы подумали о своих рисках и подложили подушечку под черную. И да, так же происходит на работе. Один в один. Не стесняйтесь идентифицировать риски. Даже если вас пошлют нафиг. Хорошо, вас послали, запротоколируйте этот факт. Запишите, да, что да, вот. А потом, когда любой из этих рисков исполнится, он исполнится, он всегда исполняется. Что-нибудь. Скажите, ну вот, сошлитесь, я вам направлял документ с оценкой рисков, предлагал инвестировать небольшую сумму в возможности их преодоления, например, взять резервного специалиста. Да, он будет сейчас у нас в обрез штата, а это будет плюс один, допустим, в штате. Но, ребята, потеря от остановки производства, ну мы же экономили, мы не брали плюс одного специалиста, равна за день годовой оплате этого специалиста. Кстати, вот с такой ситуацией я реально сталкивался. На очень крупном заводе. Очень крупном. Больше 2500 сотрудников. Небольшая крохотная экономия фото. И риски на такую сумму, что можно было выплачивать зарплату половине завода год. Не то, что там одному человеку, половине завода. И нечего к этой истории даже добавить. Управляйте рисками. Или они будут управлять вами. На этом спасибо за внимание. До свидания.